В прошлом году в стране был запущен проект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках пилотного проекта в регионе реализуется строительство новых медицинских учреждений. Так, в районе Алтай будет построено 3 новых медпункта. Объекты здравоохранения возводятся в селах Тургусун, Октябрьский и Феклистовка. Главная цель проекта – повышение уровня оказания медицинской помощи сельскому населению. На сегодняшний день строительные работы близятся к завершению в селе Феклистовка. В текущем году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районе запланировано 3 медицинских учреждения. Это, получается, 2 врачебные амбулатории, Тургусун, Октябрьский и Феклистовка. Все данные объекты будут оснащены всеми необходимыми оборудованием для первой помощи и будут сданы до конца текущего года. Строительные работы на объектах ведутся согласно графику. По словам специалистов, новые медпункты будут полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Сейчас проводятся работы по благоустройству территории. Осталось также установить все оборудование. Полностью планируем сдать объект в эксплуатацию уже в следующем месяце. В селе Феклистовка района Алтай проживает около 300 человек. После того, как объект сдадут в эксплуатацию, у жителей села появится возможность получать необходимую медицинскую помощь, не выезжая в районный центр. Дильназ Мурзагалиева, Каракаджахсылык кызы, Елнур Нурайканов, Алтай Ахпарат.